Всем привет! Сегодня 3 августа 2016 года. С вами Алексей Дужи. И сегодня мы с вами, дорогие зрители, становимся свидетелями еще одного исторического события. Прибытие нового состава, построенного швейцарской компанией Stadler по заявке белорусской стороны для межрегиональных сообщений. Итак, идемте смотреть. Тут уже все готовятся к встрече. Тут целый прямо ансамбль собрался. Вот так в целом красивый дизайн. Здравствуйте, девушка. Можно пару слов? Как впечатление о новом поезде? На самом деле там прохладно, и у меня не ловило Wi-Fi, но радует то, что быстро. А как вообще там вот этот бар и все остальное, то, что рекламировали? Я туда не заходила, так что ничего про бар не сказала. Ну а сиденья удобные? Более удобные, чем на предыдущем составе? Да, удобные. И нравится, что есть столики удобные, и розетки, можно телефон зарядить. Спасибо большое.